Лидский районный центр культуры и народного творчества приглашает личан и гостей города на волшебный, яркий, уже традиционный районный праздник «Каля замка на Купалу», который состоится 9 июля в 19:00 у стен Лидского замка. Каждого, кто захочет окунуться в волшебную и загадочную атмосферу Купалья, ждет много интересного. Традиционные купальские хороводы, народные игры и забавы, поиск главного символа праздника цветка папоротника, аттракционы, работа ремесленных рядов, купальский костер, а также подарки от организаторов праздника. Желающие смогут сплести себе веночек из свежих трав своими руками, а после погадать на нем вместе с очаровательными куполинками. На протяжении вечера для вас выступят лучшие творческие коллективы Лидчины. Море прекрасной музыки всем подарит заслуженный коллектив Республики Беларусь, белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свято» из города Минск.